Криминальная хроника. В Шиерийском районе задержан 50-летний местный житель при избытии наркотиков. В ходе досмотра были изъяты вещественные доказательства. Наркотические вещества, завернутые в газетные вырезки. 7 штук по 30 тысяч тенге за каждый сверток. Как показала экспертиза, это высушенная марихуана весом 15,74 граммов. Кроме того, в ходе проведения следственных действий по месту жительства подозреваемым были обнаружены еще 6 штук аналогичных веществ в газетных вырезках и одна в спичечной коробке. В гараже два приспособления для употребления наркотиков. Подозреваемый водворен в районе ИВС. По данному факту ведется досудебное расследование.